Уважаемые приднестровцы, дорогие друзья, уважаемые гости нашей республики, я от всей души хочу поздравить всех нас с 33-й годовщиной образования нашей государственности. На самом деле это великий праздник. Праздник вопреки общим стандартам, общим мнениям, общим схемам по разрушению идентичности, сеянию национализма и фашизма и всех возможных препятствий, блокад, войн и так далее. Вот вопреки мы показываем всем, как можно жить здесь, на Приднестровской земле, сохраняя мир и покой. Мы пример. Это факт. С праздником вас и мира Приднестровья.